Добрый день, дорогие друзья, зрители, судьи, спортсмены. Благодарю организаторов за прекрасную идею, креативную, свежую, новую, я бы сказала, даже революционную, провести такую премию и совместить, казалось бы, несовместимое – культуру и спорт. На самом деле идея очень глубока. Ведь физическая культура и спорт – это часть мощной, масштабной культуры нашего общества. Сегодня эти ребята, борцы, передают из поколения в поколение национальные традиции, культуру нашего народа, нашей многонациональной страны. И это здорово. Не случайно Сабантуй претендует на нематериальное наследие ЮНЕСКО. И нам очень важна эта премия. Важна тем, кто сегодня стоит на этом ковре. Важна всем нам и молодежи, которые смотрят на них. И важна всему нашему народу. Это единство поколений. И в этом наша сила. Огромное спасибо. Мира всем, добра и счастья. Спасибо большое, Бигзур Эрахмет.